воспитание, в общем, уже начинается. Ой, цветочки вижу, красиво. Да, да. Тебе здесь все почистили. Красиво. Посадили розы. Ну, вот, собственно, вот и сама. Ну, знаешь, не беседка, не беседка. Нет, нет, это терраса, целая терраса. Стол, стулья новые. Успехи. Класс. Еще сразу в окошко смотришь? А я что-то... У тебя три окошка, чтобы всегда было светло вот здесь вот, ну, не знаю, под этой крышей. Все-таки Петербург, ну, не да. Сочи. Дождики у нас бывают. Как раз здесь можно сидеть, пить чай. Здесь очень все красиво. Можно. Давай начнем с того, что ты говорила о беседке. Но технологически мы поняли, а точнее поняла наш архитектор Ева Корбакова, что беседка не поместится вот на этом расстоянии, где ты хотела. Зато посмотри... Нет, ну это лучше, безусловно. Во-первых, лучше? Во-первых, выходишь сразу из дома, если малый дождик или что-то, ничего не капает. Все, ты уже. Да, ты здесь сидишь на террасе и отдыхаешь. Но для этого пришлось, как ты понимаешь, вот эти две опоры оставили, сделать крышу. А, точно, их просто покрасили. Да, все теперь покрашено серым цветом и белым. Это финская краска, которая специально приспособлена для наружного использования, мало ли что, какая погода. И теперь это огромная терраса, которая идет с уклоном, как и полагается, для того, чтобы снег сходил. Но в нее нужно было очень хитро врезать вот эти вот мансардные окна замечательные. Хочу сказать спасибо фирме «Техни Николь», без которой бы, вот, наверное, вообще всего этого не было, потому что вот эта терраса изначально должна была быть беседка, но потом переделали в террасу, и, собственно говоря, вот этот навес, крыша, это то, что они предоставили. Спасибо огромное. Я думаю, что мы будем защищены от дождя, от снега, от жаркого солнца, отдыхать. Спасибо вам огромное.